Каспийске в рамках программы «Комфортная городская среда» были благоустроены 5 дворовых и 4 общественных территории. Отметим, что реконструкция началась в апреле текущего года и завершилась в конце октября. На сегодняшний день в городе активно проходит открытие реконструированных объектов. Так, 2 ноября представители администрации Каспийска выехали на следующие территории: Ленина 20, 21, 52 и бульвар на пересечении улицы Хизроева и Орджоникидзе. В рамках благоустройства этих общественных и дворовых территорий выполнены работы по установке малых форм, установлены беседки, качели, значит, произведено асфальтирование территории и строительные работы. Всего в рамках этой программы, значит, освоено средств на сумму 89 миллионов рублей. Напомним, что ранее также прошло открытие общественных и дворовых территорий по улице Ильяшенко, Азизалиева и Ленина.